Джеймс П. Салливан, он же Салли, монстр из мультфильма «Корпорация монстров», проживающий в Монстрополисе, который представляет собой большое и высокое мохнатое существо бирюзового цвета с яркими сиреневыми пятнами. На голове рога, как у быка. Тело по своему строению напоминает медвежье. В то же время его роскошный хвост и когти похожи, как у динозавра. Тем не менее, он только с виду жуткий монстр. Свободно от работы время он может очаровать своей фирменной улыбкой. Джеймс от природы обладает всеми необходимыми для пугальщика талантами. Огромный размер и раскатистый рык. Самым лучшим другом Салли является Майк Вазовский и по совместительству коллегой по работе. Впервые Джеймс появился в полнометражном мультфильме «Корпорация монстров» 2001 года, рассказывающий про мир монстров, в котором монстры отправляются в человеческий мир по ночам и пугают детей, чтобы получать энергию страха. В этом же году был представлен специальный трейлер «Корпорация монстров Шарады», чтобы показать его перед фильмом «Гарри Поттер и философский камень» 2001 года. В ней Майк и Салли играют в шарады в своей квартире, и Салли притворяется Гарри Поттером. Two words. Star Wars. How do you do that? В 2002 году выходит короткометражка «Новая машина Майка» 2002 года. По сюжету Майк – изобретатель, который пытается удивить Джеймса своим новым изобретением. В 2011 году Салли был замечен в американском комедийно-пародийном мультсериале «Псих». Monsters University lost their accreditation when it was revealed everyone was copying. You mean on tests? Now we're gonna have to re-earn our degrees. Well, I can't afford to go to college again. What are we supposed to do? I have a suggestion. Nice Harry Potter reference. This is what I love about Mad Mashups. We're gonna have so many cameos and maybe jokes. Yeah, that's great. A portal, like in your movie. Get it? Uh-huh. We're just headed to class. This door leads to the beach. This one leads to a kid's bedroom. All right, so I've got this baby. No! No more references! No more talking about our movies! It's too much! It's too much! В 2013 году выходит второй полнометражный мультфильм «Университет монстров», который рассказывает о том, как главные герои Майк и Салли прошли путь от взаимной ненависти к верной дружбе.
этом же году была выпущена и компьютерная короткометражка «Центр вечеринки», где Майк и Салли решили закатить бурную вечеринку, позвав туда армию монстров-друзей. We're not just gonna throw the biggest party of the year. We're gonna steal it. Hey! All right! В 2018 году Салли засветился в пародийном американском мультсериале «Робоцып». Также ходят слухи о появлении в 2021 году третьей части полнометражного мультфильма «Корпорация монстров 2. Возвращение Бу». Some kids are even scared of monsters. But not me. I'm not afraid. My name is Boo, and I've been waiting. Waiting for Kitty to come back. Every story has a beginning, but this is my ending, and I'm not afraid. It's Monsters, Inc. 2, Return of Boo. Coming soon.